Вот есть стихии, которые больше работают, которые меньше. Итак, Мария Абрамова. Здравствуйте. Моя маленькая миниатюра называется «Элегия ля минор». Не думала, что 5 часов мороза сведут к нулю и жесты, и слова. Лишь дробный стук ночного паровоза напоминает мне, что я жива. Как на ресницах маленькие льдинки, так у вагона не остывший след. Я ненавижу посещать поминки, поскольку я люблю, и смерти нет. Я вовсе не считаю остановки, считаю цифры, глупая игра. В мой смутный сон вплетаются веревки и прочая смешная мишура. Здесь, видно, кто-то что-то перепутал, какие-то неправильные сны. Ведь не одно и то же путь и путы, и сердце не наживка для блесны. Пусть этот поезд обойдет экватор, в вечерний час толпы и суеты так много лиц обрушил эскалатор. Поверь, такой неинтересный театр, дай бог, у них сбываются мечты. 6000 лет все дальше и бесследней. Нет бесполезней выкрика «Постой!» И нет милей той станции последней, той станции холодной и пустой. Молодец! Когда я гляжу на прохожие лица и мерзну, особенно кончики ног, я знаю, что я не смогу возвратиться к родимому дому на старый порог. И вдруг леденеют и плечи, и шея, и сердце, и все внутреннее нутро. Но все же, ведь надо скорее скользить по асфальту, успеть на метро. Но кончики пальцев, которые больно сжимает сапог в беспощадной горсти, немеют. И кажется, руки невольно пытаются бредить и воздух грести. И в это мгновенье немысливым взмахом я вдруг полетела к заветным дверям. И бережный поезд с вопросом и страхом повез меня быстро к далеким морям. Я крыльями вышла на станции поздно и медленно двигалась в сторону слез. И вдруг ощутила, что это серьезно. Что это серьезно, от губ до волос. Я голубь, я вырвалась ночью из плена. Я голубь, мне все облака нипочем. Но горькие слезы зачем-то по венам, по крыльям, по лапкам стекали ручьем. Я тихо брела по нетронутым нотам, как царь Соломон, потерявший кольцо. Я тщетно надеялась встретить кого-то и кончиком глаза увидеть лицо. И так навсегда, оголенное небо, я голубь, а камень, кидай, не кидай. Родной, не беги, только крошечку хлеба, любви бесконечной, голодному, дай. Тоже лирическое. Наконец-то помыла посуду и устала тарелки считать. Только мнимые письма повсюду не отправить, не прочитать. Стих — лишь слово, серебряный грошек среди прочих господних монет. Я уставшая, ты хороший, мне ж немножко побольше лет. Все едино, от первого слова до последних застывших седин, ведь над бездной небесного крова милосерден Бог и един. Я устала не только устами, осязания лишены, но и золотом той тишины, от которой все буквы устали. Верь, любимый, ни беса, ни смерда нет в моей воспаленной горсти. Боже, Господи мой, милосердный, потерявшуюся, прости. Мария Абрамова.
Дорогие друзья, у Маши вот есть книжка, она ее сегодня принесла, 5 экземпляров у тебя сегодня есть, да? Да, можно ее это купить, там она скажет, сколько стоит там. Говори, сколько стоит. Кто подойдет, там и скажет. Хорошо, но с личной подписью всегда дороже.